«Мир без курения» открывали сегодня учащиеся Самары. Фестиваль, посвященный отказу от вредной привычки, прошел в Поволжском государственном колледже. Врачи констатируют, проблема курения с каждым годом молодеет, поэтому профилактические беседы и встречи нужно проводить с совсем юными ребятами. Желание отказаться от курения, в общем-то, есть у детей. Они начали понимать, что жить нужно... быть здоровым. От этого может образоваться рак, легкие наполняются дымом, тяжело передвигаться, учащаются всякие болезни и сосуды забиваются. Студенты подготовили большую концертную программу с общим лейтмотивом «Курение – это яд» и выставку плакатов с призывом бросить курить. А медики наглядно продемонстрировали, как выглядят легкие, сердце и мозг курильщика. И даже развернули медпункт, в котором каждый желающий мог проверить состояние своих легких. На фестивале «Открой мир без курения» можно не только послушать информацию о том, что бывает с легкими курильщика, но и реально проверить свое здоровье. Вот этот вот немудреный прибор показывает жизненный объем легких. Норма у мужчин от 3 литров, проходимость 138%. Проходимость, это по-простому сказать, это с какой скоростью по дыхательной системе проходит кислород. То есть все в норме. Здоров, как бык, горжусь собой. Врачи уверены, такие мероприятия действительно нужны и непременно помогут ребятам более внимательно относиться к своему здоровью. Андрей Трой, Артем Сулайманов. События.